Здравствуйте, друзья! В этом ролике хотел бы рассказать вам о секретах программы Paint. Итак, приступая, нажимаем «Вставить из» и выберу какую-нибудь картинку. Допустим, вот эту. Добавляю ее, немного ее уменьшу. Значит, далее перенесу ее в левый нижний угол. Соответственно, еще, может, чуть уменьшу. И далее, что можно сделать? Можно зажать левый Shift. И зажать левой кнопкой и тащить вот так вот изображение. Прошу прощения, что у меня немного тормозит вот данное видео. К сожалению, это проблема именно в видео. Именно оно отказывается записывать данный эффект почему-то тогда, как сам эффект работает замечательно. Вот. Соответственно, как видите, появляется вот такой вот эффект, где копируется картинка много-много раз. Кому-то может это напомнить из пасьянса, да, когда выигрываешь, карта вот так примерно расползается. Ну, в данном случае можно вот сделать такой эффект самому. Может, кому-то понравится. Ну, в данном случае у нас немного все повисло. Оно обязательно дорисуется. Вот, дорисовалось, и я расскажу о второй секрете. Нажимаю «Вставить из», выбираю картинку, в этот раз пускай она будет красной. Естественно, также ее немного уменьшу. И в этом случае нам понадобится уже левый контур. Зажимаю левый контур, естественно, левую кнопку мыши, перетаскиваю картинку и, отжимаю левую кнопку мыши. Раз. И картинка, скопируется именно в том месте, где вы, левую кнопку. Далее перетаскиваю опять картинку и отжимаю вновь. И, как видите, опять, картинка скопировалась. Ну вот, собственно, она будет копироваться так, где мы будем, отжимать левую кнопку. Раз, два, три. В общем-то, просто быстрое копирование картинки. С помощью данного эффекта можно сделать какой-нибудь классный, может, коллаж, может... Просто мне, допустим, просто понравились вот такие летящие машины. Ну, почему нет? Собственно, вот такой вот неплохой секрет. Сразу же скажу, что в предыдущих версиях Paint, секретов было больше. Сейчас уже, секреты, по-моему, с Windows 7, они ушли в Paint. Ну, в данном случае вот эти секреты вполне работают от семерки и выше. Надеюсь, вам видео понравилось. Всего доброго, до свидания.